В японском городе Канадзава представители России в лице ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова и Японии в лице президента университета Канадзавы Кайцу Ямазаки подписали ряд соглашений, расширяющих научно-образовательные контакты между университетами и странами. В частности, первым был подписан меморандум, предполагающим дополнительные образовательные траектории для студентов Института вычислительной математики и механики и Института физики Казанского федерального. Второй подписанный документ – это соглашение о сотрудничестве и научном обмене между Республиканским клиническим онкологическим диспансером Министерства здравоохранения Татарстана, Казанским федеральным и Университетом Канадзавы. Документ предполагает обмен результатами исследований, перекрестные командировки научных сотрудников, программы обмена, совместной публикации, организации симпозиумов и конференций. Стоит принять к сведению, что возможность получения двойного диплома российскими и японскими студентами однозначно позволит не только поднять личный уровень молодых ученых, но и построить мост дружбы между странами. Аделя Шамилова, Универньюз.